Итак, дорогие друзья, знаю, это не влог, ничего, просто вопрос для зрителей. На оба канала, во все сети. Дело в том, что я в последнем ролике сказал, какая это отвратительная камера и сколько раз она меня любит подставлять. Когда я в прошлый раз делал ролик, тот, который вот сейчас, вот предыдущий, когда я его сделал, у меня флешка, на которой была квалификация, и фильм, и киношка, короче, все, что было, все типа улетело, все удалилось, и, короче, ничего не было. Сейчас я купил картридер, вставил карточку в этот... в картридер, мне сейчас бомбит просто. Включаю, и оказывается, то, что эти файлы остались, все это осталось. Остались все кадры, где мы бродили. Тачка Цареградцева, другие тачки. Все файлы про они остались. Вот мы сидим на... Вот, короче, это все должно было быть во влоге. Все это должно было быть во влоге. Вот. Как они ездили. Короче, мы сидели. Это первый и второй день. Все два дня я снимал на эту камеру. И все эти файлы, они, оказывается, остались. Осталось куча всего. Вот, осталось, допустим, где? Реакция на фильм. Реакция на фильм моя. Блин! Короче, бомбит у меня. Я тут очень много говорил и очень много заикался, потому что у меня не было, ну, точнее, у меня было слишком много эмоций, сейчас у меня их тоже слишком много, поэтому я заикаюсь, запинаюсь и так далее. Короче, к чему этот ролик? Быстро пишите комментарии везде, ВКонтакте, в Инстаграме, в Ютубе, где только увидите этот ролик, пишите в комментариях. Делать мне заново новый влог со всеми этими кадрами, со всем этим материалом, со всеми двумя днями. Знаю то, что у меня 44 подписчика, но у меня в группе ВКонтакте у меня 60 подписчиков, почему-то я до сих пор не понимаю почему. И в Инстаграме у меня сколько-то там подписчиков, 90 с чем-то. Короче, просто пишите, да, делать, нет, не делать. Потому что меня сейчас капец как бомбит. Я хочу этот весь материал показать, потому что тут есть что показывать. Тут есть запчасти, вот как я, ну... Короче, я нашел фару, которую искал. Блин, короче, здесь очень много материала. Я ненавижу эту камеру. Я, скорее всего, когда, если получится раскрутиться, я просто возьму и разобью ее молотком. Она меня достала. Все 3 года она меня подставляла. Канал не шел чисто из-за этой камеры. Ничего не получалось. Я ее ненавижу. Она меня достала. Весь этот материал должен был быть в последнем влоге. Я сейчас эмоционально... Вот... Все. Короче, я разозлился. Пишите. Да, делать. Нет, не делать. Все, отключаюсь.